я думаю, что приход Кудрина в правительство инициирован, эти слухи инициированы самим господином Кудриным. Что касается политики финансового блока правительства Медведева, оно ничем не отличается от политики господина Кудрина, с одним небольшим исключением. Минфин стал работать честнее. То есть у нас появилось больше информации, и они в большей степени стремятся честно изложить то, что происходит на самом деле. То есть подача информации со стороны Минфина и вот качество проработки материалов, оно стало лучше после ухода Кудрина. А макроэкономическая политика, она осталась без изменений, поэтому непонятно, что Кудрин хочет менять. Я в обозримом будущем не вижу... Ну, вероятность я оцениваю как небольшую смену правительства, хотя я возражаю против политики правительства и полагала бы, конечно, что должны на принципиальные посты, прежде всего финансово-экономический блок, прежде всего то, что касается вице-премьеров финансово-экономических, прийти другие люди.